Друзья, всем привет! Прошло уже достаточно много времени с выпуска нашего крайнего видео, но хочу сказать, что работа над катамараном ведется, и вот небольшой видеоотчет о проделанной работе. Прошлую осень, эту весну, велась работа над катамараном, и сейчас хочу показать то, что получилось в настоящий момент. Визуально издалека вы видите, что уже появилась рубка и появились сундуки, ящики для багажа, для разных всяких нужных вещей. Сейчас постройка продолжается. Вот катамаран находится в таком в процессе, так сказать, поэтому какие-то строительные моменты здесь присутствуют. Ну что, сейчас немножко по порядку о том, что появилась. Итак, вот она рубка. Рубка — это деревянный каркас, который в настоящий момент обшит оцинкованным железом. Вот основной вход в рубку, как вы видите, несколько окна. Будет еще вот здесь резервный выход. Раз, и ты уже на улице. Но это для удобства просто. Процесс постройки идет, она будет еще утепляться. Еще куча доработок. Как видите, крыши нету. Крыша вон лежит, завершающий лист. Готовый к порезке на палубе. Ну и утеплитель, вот он, пеноплекс. Он пойдет как раз на стены для утепления стен. Второе — это сама палуба. Вот в задней половине катамарана она полностью сделана и готова к использованию, прикручена. Сделаны люки. Вот отверстия под швертовые. Швертовые наши пластины и люки можно открыть, и с одной стороны, с другой, и мы попадаем в подпалубный отсек, где у нас сетка, и сюда можно складывать дополнительные вещи. Такие люки будут по всей длине палубы. Вот здесь она пока просто доски выложены, еще не сделано, просто намечены, разложены доски, нужно будет их прикручивать, ну и все делать, оформлять как надо. Ну и сами сундуки, рундуки для хранения, их всего 10 штук, 4 в передней части и одни в корме, вот там, слева и справа. Немножко их модернизировали, сверху накрыл тезой, там, чтобы была возможность сидеть. Подложил там пены под низ, чтобы если сел, не давило. Ну и пока что внутри разложил так, чтоб туда попалось, то это положил. То есть вот, например, какие-то вот мои личные вещи здесь лежат. Ну, то есть сундук закрывается на замок при необходимости. Ну, вот здесь. В общем, ничего сложного. Ну и сам рундук, он прикручен на болтах к палубе. То есть он жесткий, жестко с рамой катамарана соотносится. Вот здесь можно посмотреть, вот второй рундук. Здесь пока якоря лежат. Вот он на четырех болтах прикреплен. Ну, из такого, что по мелочи, сделал кнехты швартовочные спереди и сзади. Там он спереди тоже есть, такой немножко другой конструкции. Прикрепил и сделал крепление для мотора. Переделал, точнее, была очень простая конструкция. А здесь закрепил на вот такой... таком брусе
трансовую, ну сам транец, куда нужно будет крепить мотор. Ну вот пока основные моменты я рассказал. Из тех проблем, которые сейчас возникли, точнее из тех задач, я понимаю, что катамаран недостаточно для него еще водоизмещения, все-таки оказалось, он сейчас практически наполовину уже в воде. Сейчас я покажу. Так, переключиться. Что-то не могу переключиться с фронтальной на внешнюю камеру. Но я думаю, что вот так будет понятно. Уже достаточно хорошо просел катамаран. Поэтому подумываю о том, как добавить ему плавучести. Если у вас будут идеи какие-то, то пишите. Буду рад их обсудить и рассмотреть. Все, всем пока. До встречи в новых наших видео. Пока.